пожаловать в наш очень дорогой и модный ресторан. Отлично! Какое вино вы мне порекомендуете? А вы предпочитаете белое или красное? Белое. Молодое или не очень? Молодое. А сухое или полусухое? Сухое. Французское или испанское? Итальянское. Из Лигурии или Тосканы? Так, все я поняла, убедил. Принеси мне просто воды. А с газом или без? Без. И давай пригласим следующего гостя. Конечно. А вам смешного или полусмешного? Смешного. Разговорника или певца? Дуэт. Женский или мужской? Так, все. Я сама объявлю. На сцене Ирина Борисова и Алексей Егоров. Встречаю. Уже не раз говорилось о женщине за рулем. А вот женщина в магазине автозапчасти, ну, это уже совсем другая история. Так, Лёш, закрывай магазин, 10-й час уже. Девушка, вы что-то хотели, а то магазин закрывается. Значит так, молодой человек, мне для технического обслуживания автомобиля нужно фильтр, тормозные колодки и это масло. У вас продается или это в продуктовом? Ну, если для машины, то у нас. Замечательно. Значит, заверните мне все это в ваш пакет. Секундочку. Какой фильтр? Какие колодки? Ну, я же вам говорю. Тормозные. Я понимаю. А для какой машины? Ну, что за глупый вопрос? Для моей. Хорошо. А какая у вас машина? А какая вам разница? Ну, красная. Да мне все равно, какой у нее цвет. А мне нет. Я что, по-вашему, под черные сапожки, я не знаю, желтую машину, что ли, должна покупать? Девушка, у вас какая марка автомобиля? А к чему этот допрос с пристрастием? Вам что, поговорить больше не с кем? Какая марка? Иномарка у меня. А как она называется? Она мне не говорила. Ну, просто красивая японская машина. Это Таврия. Как Таврия? Ну, если японская, то не Таврия точно. Может быть, это Тойота? Во! Она! Слава Богу! Так, модель. Да. Модель. Какая модель? Что значит какая? Да уж какая-никакая, а без работы не сижу. Да я, между прочим, занавески рекламировала. Да мои фотографии во всех журналах печатали. Я ничего не понимаю. Вы сказали, что у вас Тойота. Я спросил, какая модель. А вы мне про какие-то занавески. Значит так, я так полагаю, что колодки мне продавать здесь никто не собирается. Где у вас старший? Ну, ладно, ладно, извините, не так выразился. Вы поймите, я ведь тоже не случайно задаю вам эти вопросы. А зачем? Познакомиться, что ли, хотите? Ну, так и скажите. Хочу я с вами знакомиться. Не хочу. Хам! Где у вас старший? Ну, ладно, ладно, опять не так выразился. Так хотите познакомиться или нет? Хорошо, давайте знакомиться. Алексей. Молодой человек. Я с незнакомыми мужчинами в магазинах не знакомлюсь. Так чего же вы хотите? Тормозные колодки и масло. Ну, хорошо, хорошо. Масло вам какое? Синтетика, полусинтетика, натуральное. У меня все натуральное.
давайте натуральное. Хорошо, натуральное. Все? А колодки? Тормозные? Да. На Тойоту? Да. Хорошо. Какого года? А что, тормозные колодки только совершеннолетним выдают? Да не вы, машина ваша какого года? А по мне не видно, что у меня все новое. Ну, то есть этого года, значит, колодки вам нужны, скорее всего... 3 года. Ну, максимум 5. Так 3 или 5? Ну, не больше 10. Девушка, да поймите, что для каждой машины нужны свои запчасти. Свои, ну, нельзя, скажем, на «Жигули» поставить колеса от «КамАЗа». Да. Да. Ну, так же и эти тормозные колодки. Да у нас более 30 видов, это только на «Тойоту». И какие вам нужны, ну, я так и не понял. Ой, ну, значит, заверните мне их все. А я уж как-нибудь без вашей непрофессиональной помощи обойдусь. Ну, пожалуйста. Кредитки принимаете? Только на личный расчет, девушка. А что же вы мне тут полчаса голову-то морочили, а? Ну, неужели нельзя сразу было сказать, где я вам сейчас наличные возьму? Ну, сервис, а? Я уже 3,5 месяца за рулем. Но если бы я знала, что это такое, права бы никогда не купила.